Бюджет Северодвинска пополнился. Дополнительные средства поступили из областной казны. Накануне депутаты горсовета решали, на что пустить эти деньги. Проект о внесении изменений в бюджет Северодвинска рассмотрели на заседании Комитета по бюджетной политике. Из областного бюджета в местный поступило 256 миллионов рублей. 80 миллионов пойдут на повышение зарплаты бюджетникам. Дополнительное поручение, которое озвучил президент Российской Федерации, о том, что с 1 мая размер минимального размера оплаты труда еще вырастет более чем на 2000 рублей, и он должен сравняться с минимальным прожиточным минимумом. 34,5 миллиона рублей пойдут на строительство ФОКа «Беломорец». В бюджете также заложены средства на улучшение условий в общеобразовательных учреждениях, на ремонт кровель и установку металлодетекторов, а также на работы в актовом зале морской кадетской школы. 6 миллионов рублей предлагается направить на ремонт концертного зала «Дюца». За изменения в проект бюджета депутаты проголосуют на первой в этом году сессии 15 февраля.